Тверская область, заняла 52-е место из 85 в рейтинге по доступности бензина. Исследование опубликовано специалистами РИА Рейтинга. Специалисты сравнили показатели того, сколько в каждом регионе России житель может позволить себе приобрести бензина на среднемесячную заработную плату. В исследовании речь шла о самой популярной марке АИ-92. Специалисты сравнили показатели того, сколько в каждом регионе России житель может позволить себе приобрести бензина на среднемесячную зарплату. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ – 2685 литров. Стоимость – 41 рубль 88 копеек. Второе место занимает Москва – 2219 литров. Стоимость – 47 рублей 69 копеек. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ. Тверская область оказалась на 52-м месте с показателями 812 литров топлива из расчета средней зарплаты с ценой бензина указанной марки стоимостью 47 рублей 27 копеек.